Риме появится первая в вечном городе археологическая станция метро. Найденные при строительстве новой ветки метрополитена римские казармы II века будут интегрированы в соседнюю с Колизеем станцию. Археологическое открытие эпохи Адриана на глубине 9 метров назвали ошеломляющим. Чтобы не задерживать работы и избежать больших расходов, большой археологический комплекс решили сделать частью новой станции, превратив ее в своеобразный музей. Строительство метро в древних городах, с одной стороны, вызывает беспокойство археологов, поскольку ведет к разрушению культурного слоя, но с другой иногда дает уникальную возможность для раскопок. Важные археологические открытия были сделаны во время строительства метрополитена в Афинах, Париже, Вене, Стамбуле, Мадриде, Мехико и других городах.